Анорексия и симптомы. Добрый день, дорогие друзья. Я Любовь Абыбок. Хочу поговорить с вами на эту тему. Для меня самой эта тема вначале показалась непонятной. Но как оказалось, что это очень серьезная тема. У меня у самой никогда не было проблем или задачи. Есть, не есть, худеть, не худеть. Хотя в молодости я была стройная, а сейчас считаю себя нормальной. Я считаю, это во всем должен быть баланс. Оказывается, от лишнего веса до анорексии рукой подать. Сегодня человек с большим весом, а завтра он решил вдруг неожиданно худеть, отказывается от пищи, ну даже если даже он, этот человек или девушка захотели похудеть и отказываются от пищи, перестали есть, как говорится, закрыли рот и голодают. Это психологическая травма для организма. Этого делать ни в коем случае нельзя. Голодание – это не выход. С голоданием только приобретается психические заболевания и происходит отказ организма от пищи. Пища перестает организмом приниматься и происходит просто катастрофическое умирание человека. Выход есть – это сбалансированное питание. У нас в компании есть это питание – это коктейли, в которых все полезные витамины и минералы, пептиды, коллаген и пищевые волокна. Это тоже не панацея, но это добавка к пище. 1-2 приема полезного продукта в день, и у вас нормализуется обмен веществ и получаете сбалансированное питание. Допустим, один завтрак и один перекус, а обед и ужин – это обычная еда. Вот они у нас, наши коктейли. Вот оно, наше сбалансированное питание. Вот. Это у нас написано здесь «Замени завтрак, обед или ужин». Вот здесь вот пептиды, витамины, ферменты, пищевые волокна, аминокислоты, минералы, коллаген. Всего 180 килокалорий в порции. Вот они. Написано еще у нас. Просто ешь. Вот такой вот, пожалуйста. Это у нас черри. Потом есть вот это. Тут тоже вот такой черничный йогурт. Есть йогурт у нас вот такой банановый. Банановый. И есть вот такие, вот это упаковочки по 20, здесь вот таких вот, на одноразовых, на один раз упаковочек. Вот они. Вот это они. А есть вот такие вот, вот в таких коробочках у нас смартики. Здесь они разнообразные, из разных вкусов. Вкусов несколько вкусов. Здесь отдельный вкус такой, допустим, такой. А здесь несколько вкусов. Вот такие вот. И есть у нас еще новый вышел вот этот грушевый смарт. Вот он. Вот таких вот упаковочек. Как? Это сбалансированное питание. И если будете вы пользоваться этим сбалансированным питанием, применять 1-2 раза в день его, то у вас организм придет в норму, восстановятся все процессы в организме, и будете
будет нормализоваться ваш организм, нормализовываться. И приходить он в норму, и вы будете худеть. Поэтому обращайтесь, принимайте это питание, и будете здоровы. Здесь, как вы слышали, видели, здесь у нас очень состав прекрасный. Поэтому приходите к нам в Энель, пользуйтесь. И еще много всяких есть у нас витаминов отдельных, минералов отдельных. Поэтому до свидания, до новых встреч.